Выйский пруд – один из четырех водных объектов, где по решению администрации Нижнего Тагила проводится очистка дна в местах купания. Три другие – Тагильский пруд, Муринские пруды, река Тагил в районе парка Народный. Начали спасатели с подъема на берег, представляющего потенциальную опасность, понтона. Давнишняя проблема – это вот эта конструкция металлическая сзади меня, которая она уже много-много лет затоплена и под водой лежала. И мы боялись, что где-нибудь сработает оно, как ЧП. Кто-нибудь наткнется, порежется, пригнали технику сюда, и водолазы зацепляли, как ее выволокли на сушу. Следующий этап – уборка мелкого мусора. Арматуру, доски с гвоздями, покрышки, коряги, бутылки, консервные банки достают с глубины до 2 метров. Время от времени случаются неожиданные находки. Вот предмет, который спасатели с удивлением обнаружили на дне Выйского пруда. Мраморная стела с высеченным текстом православной молитвы «Пресвятое». Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. За установление происхождения находки нужно обращаться к специалистам. Очистка дна производится в соответствии с составленным графиком. Всего на эту работу в нынешнем году отведено 210 часов. Купание как бы запрещено, потому что вода не соответствует санитарным нормам, и у нас специально оборудованных пляжа нет. Но тем не менее, люди же все равно приходят, отдыхают. Запретить мы им купаться не можем, но обеспечить безопасность все-таки мы обязаны. Летом в жаркие дни в местах массового отдыха у воды планируется организовать дежурство спасателей.